Минувшие выходные Рига встретила «Белую ночь», фестиваль, в рамках которого прошли 60 мероприятий современного искусства и культуры. Зрителей приглашали смотреть, наслаждаться и узнавать. По ночной Риге прогулялась и наша съемочная группа. Подробнее Эвел Дукуль. Форум «Белая ночь» проходит в Риге уже 12-й раз. Концерты, инсталляции и представления в городской среде, выставки, мультимедийные проекты, поэтические чтения и кинопрограммы зрителям были доступны всю субботнюю ночь. Благодаря художнику из Великобритании Люку Джерему сон многих стал явью. Это 7-метровая точная модель Луны. Смотря на отражение в воде, сразу трудно поверить, что видишь шарообразную инсталляцию, а не настоящее небесное тело. 1 сантиметр объекта равен примерно 5 километрам на местности. Эта скульптура как воздушный шар. Внутри воздуха и установлено освещение. Снаружи мы видим настоящее изображение Луны, снятое НАСА. Это эксклюзивная возможность увидеть и обратную сторону Луны. Спутник НАСА в 1957 году снял фотографии с другой стороны. И я использовал эти изображения при создании экспоната. Отправляясь к следующему художественному объекту, можно было выбрать особенный маршрут трамвая. Внутренний дизайн создали молодые таланты из Рижской средней школы дизайна и искусств. Свой мир они отобразили с помощью видеоанимации, музыки и световых объектов. На бульваре Бриви бы с любой желающий мог зайти в коробку и окунуться в футуристическое искусство. Это все сделано в таком уличном стиле с неоновыми граффити и 4-плоскостной живописи. Однажды, плавая под водой, я увидела этих рыбок, и мне показалось это чем-то невероятно красивым. Хотелось эту красоту и показать в моей работе. Автор проекта Агнес Эмелбарде прославилась и в Нью-Йорке, и уже готовит свою следующую работу на показ в Майами. Эвел Дукуль, Иван Милов, Латвийское телевидение.